Здравствуйте, дорогие друзья! Спустя 3 года я наконец узнала правду. Вас разводят как лохов. Извините за выражение, но год назад мне одна девушка пишет: «Наталья, о вашей компании много негативных отзывов». Я говорю: «Где?» Она мне скидывает сайт. Этот сайт вот отзывик, да? Ну, естественно, я пишу девчонкам: «Девочки, ну это же неправда, что у нас пишут. Давайте напишем хорошие отзывы». Мы заходим на этот сайт. Что вы думаете, на следующий день эти отзывы удалили? И сейчас, вот сегодня у нас 14 января, да, 2016 года. И мы опять набрели на этот сайт, как бы уже плюнули, что отзывы, да, мы работаем, еженедельно получаем чеки, вы видите, зарплату вы видите, еженедельные видео вы видите, кто адекватный, тот регистрируется. И вы знаете, мы забрели опять на этот сайт и написали отзывы, их пропустили. Сегодня я зашла, решила написать темку. Темку, что Skinny Body Kill, там давайте свои комментарии оставим. Что вы думаете? К моему удивлению, я создала отзыв. Посмотрите, что появилось. Мне заплатили 2 рубля 30 копеек. То есть все отзывы, которые есть на этом сайте, запомните его, отзывик, они проплачены. Этот сайт стоит первым в списке. Когда вы набираете отзывы о любом продукте, он стоит первым. Мне жаль тех людей, кто повелся на отзывы, проплаченные здесь. То есть год назад, видимо, какой-то конкурент компании, потому что когда компания зашла на рынок, она наступила на хвост очень многим людям и очень многим компаниям. Почему? А потому что люди валом, просто дуром начали валить в компанию, потому что здесь платят 70%. Ни в одной компании мира столько не платят. В остальных платят 30-40%. Видимо, кто-то проплатил отзывы, и модератор просто удалял хорошие. Был один негатив. А сейчас, видимо, проплата закончилась, да? Отзывы висят, уже проплачивать не надо. И они начали пропускать хорошие отзывы. Так вот, я сегодня заработала 2-30 рублей. Вы представляете? То есть все те люди, которые сидят на этом сайте, они тупо им сказали задание: напишите негатив о компании Skinny Body Care. Они написали. Они даже не знают, что писать, пишут всякую чушь, да, вот если, в принципе, прочитать, да, БАДы — это все фигня, моя подружка врач, она отравилась и так далее. То есть, смотрите, я вам все наглядно показываю. Статистика за сегодня приблизительная и может изменяться после окончательного ночного расчета с зачислением на баланс. То есть, я сегодня заработала за свой отзыв 2-30 рублей о компании Skinny Body Care. Дальше тут написано: прочерки в столбцах, показы и прибыль означают, что отзыв меньше 500 символов, и его просмотры не оплачиваются. То есть тут еще и нужно ограничение какое-то. То есть чем больше, тем тебе больше платят отзыв. Чем говна ты польешь больше на компанию, тем больше тебе заплатят. Молодцы, респект. Дальше. Решетка означает, что отзыв не проплачивается, так как точные фразы и изображения в нем найдены на других сайтах. Звезды в столбцах, показы и прибыль означают, что объект за отзывы не участвует в распределении прибыли. И тут еще вам за лайки. Если люди ставят негатив, 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 то да, тут вам еще платят. Вы знаете, мне жаль тех людей, кто повелся на эти отзывы. У меня нет слов. Все проплачено. В компании Skinny Body Care есть сертификаты, номера налоговые. Есть куча видео. Еженедельно мы снимаем свою зарплату, стараемся вам все выкладывать. Все выкладывать. Даже уже со спутников проверили, заходили на онлайн-сайт, проверили, где стоят эти здания компании 5 лет. Я не знаю уже, какие доказательства. Учитесь думать своей головой, иначе вы будете думать вот такой проплаченной головой. Все проплачено. Вы понимаете, что вас просто дурят? Никогда не заходите на этот сайт. Все здесь проплачено. Его специально создали, чтобы зарабатывать на конкурентах. На том, чтобы их поносить на этих сайтах. У меня просто нет слов.
Нет слов, наверное, одни слюни. Только так можно сказать. Я даже не знаю, что вам сказать. Потому что я раньше не знала, что отзывы проплачиваются. Вот после того случая, когда наши отзывы удалили, у меня как бы было подозрение. Сегодня это все наглядно я вам показала, да? То есть мне заплатили, как максимально вот увеличить свой рейтинг и доходы. Вот здесь есть вкладочка. То есть все те люди, кто писал капсулы фигня, скини боди кела хатрон, все они проплачены, и все они получили деньги за свои отзывы. Думайте своей головой, не ведитесь вот на такой негатив. Присоединяйтесь. Компания Skinny Body Care на сегодняшний день лучшая. Лучшая. 70% не будет платить никто. Никто. Больше, если будут компании платить, только уже в прибыль. В убыток, извините. Только уже себе в убыток. То есть, возможно, будут еще открываться компании, которые будут платить 70%. На сегодняшний день компания Skinny Body Care единственная, которая платит 70%. Поэтому наступила на хвост. Написали отзывы. Всем удачи, дорогие друзья. Можете также залезть на этот сайт, так же, как я, проверить, да, мою информацию, мое видео, создать аккаунт, написать отзыв. И вот вам то же самое предложат. Скорее всего, все мои отзывы сейчас удалят, мой аккаунт удалят. Ну, видео я вам успела записать. Всем пока-пока. Не ведитесь на вот такие разводы лохотронские. Всем пока-пока. Присоединяйтесь в компанию, мы вас ждем.